Там улица Лескова. Это Троицкий храм. Нахожусь на Троицком кладбище. Сейчас зайдем вот сюда за угол и посетим могилу героя Отечественной войны 1812 года Ермолова. Сквер Ермолова вы знаете, где находится, возле Александровского моста, а могила здесь. Вот этот барельеф, он встроен в стену Троицкой церкви, Троицкого храма. Вот такая надпись. Здесь могила вдовы его. И общий вид этой части стены Троицкой церкви. Вот она. Так что, обойдя церковь, вы ее обязательно найдете. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал Из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.